Местные аграрии готовятся к посевной. Особое внимание семенам. Их проверяют на сорность, всхожесть и влажность. Ведь от этого зависит качество урожая. Дружные всходы гарантируют только семена отличного качества, утверждают опытные агрономы. В Батревском районе работа по сортировке посевного материала идет полным ходом. Бригады работают две смены. При калибровке выбирают самые крупные и тяжелые семена. Это элита. Мы занимаемся сортировкой семян. Уже конечная сортировка. Семена у нас все, то, что мы сдали в кондиционные, это ячмень Раушан 75 тонн элита, это Ульянская 105 суперэлита. На следующее время изо дня в день должны выйти результаты на Ульянская 100. Для ярового посева в 2020 году республике необходимо 50 тысяч тонн семян. То, что отбракуют специалисты, тоже пойдет в дело. Путем дополнительной очистки они приобретут свою сортность и тоже будут использованы по назначению. Неплохие запасы сейчас в Урнарском, Батревском, Цивильском районах. Часть из них уйдет в районы, где ощущается нехватка. В Янтиковском районе семян немножко не хватает, в Марпасадском районе не хватает, в Красночитайском районе чуть-чуть не хватает, в Цивильском районе чуть не хватает семян. Некондиционные семена в основном, это я уже говорил, по засоренности. По засоренности, там небольшой процент, 1-1,5% это по влажности, по схожести есть. Это немного. В лаборатории у агрономов сейчас горячая пора. Им привозят семена на проверку со всех сельхозпредприятий республики. Выделяем на веску 50 грамм. Из этого отбираем мы отходы. На отход мы принимаем, выбираем сорняки, сколько сорняков выходит. Сорняков мало. Можно сказать, тут вообще нет, не вышло. Мы семена эти вот сегодня сеем. Через 3 дня, это в понедельник, энергию снимаем. Через неделю всхожесть снимаем. Сроки, за которые появятся эти ростки, помогут аграриям определиться с выбором времени для посева. Проверка семян на качество – процедура обязательная для всех хозяйств. По их результатам специалисты получат сертификаты соответствия, необходимые для посева и продажи зерна. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.